Всем привет, сегодня на моем канале, и сегодня я покажу, как сделать смену команд GUI. Берем её. И давайте разобрать, как у нас есть. Но сначала, давай расположим, потом все за так. Это workspace. Teams. У нас почему-то нет папки Teams. Как поставить models? Как у вас тут будет, нам надо найти такие шестеренки. Они могут где-то тут быть. Тут вот, если у вас какое-нибудь другое устройство или еще что-нибудь. Перелистываем его, и вот Teams. То есть шестеренки, нажимаем два раза на Teams. И у нас появляется такая папка Teams. Два раза нажимаем на Teams. Или там на кнопочку. Ну, лучше два раза на Teams просто нажать. Перетаскиваем его сюда вот. И все. Делаем play. И давайте я вам покажу, а потом покажу, как добавить новые команды, чтобы они переключались. Так, а пока меня загружается, я вас прошу поставить лайк, подписаться на мой канал, потому что я прям вам огромное спасибо. На данный момент, когда я снимаю 9 подписчиков, это большая для меня радость. Так, вот мы заспавнились, ну почему-то вот у нас команда Teams, просто Teams. Нажимаем работаем, команды, и убираем любую команду, blue, red или green, допустим, green. Так, ждем. Также есть эта штучка, если закрыть. Ждем, мы спамимся сюда. Ну, спамимся сюда, почему-то не знаю. И поднимаемся на Green Teams. Теперь, допустим, на Green. Так, мы Green. Red, допустим, Red. Мы умираем. Кстати, это очень важно. У нас при... Мы умираем, это очень-очень важно, потому что если мы бы не умирали, тогда бы... У нас бы некоторые фреймы, которые будут в будущем, которые я вам покажу, фреймы для команд, не пружайся. И всякая одежда. Так, как добавить новую команду? Как добавить новую команду, чтобы она переключилась? Показываю вам. Показываю, рассказываю. Тебе нужно добавить Teams и добавить в Teams. Teams Team. И как-нибудь его переименовать. Как у нас будет в игре называться эта команда? Допустим, команда будет называться... Рабочие. Так. Рабочие. Так. Какой у нас будет цвет у этих команд? Выбираем. Ну, давай, допустим, такой вот hot pink. Команды. Теперь надо зайти в команды. Так, команды. И в этих командах visibles поставить на visibles. Так, все. Теперь у нас есть команды и такая вот папочка. Теперь берем green team и делаем дубликаты. И вот так вот перелегаем. Или можем через position. Это без разницы. Так, это скрипт. Какую команду переключать? Тут надо выбрать цвет. У нас там hot pink. Так. Нет. Hot pink. Все. Kill скрипт не трогаем. И, допустим, переименуем его. Ну, допустим, вообще, на самом деле, без разницы, какого переименуем. Вот Team 1. Не хочешь ли заморачиваться с какими-нибудь этими? Теперь. Этот текст, допустим. Так. Рабочие. Ну и комбо цвет. У этой. Снова давайте возьмем. Давайте вот такой вот, что ли. Все.
рабочий, все. Теперь берем команды Visibles, закрываем. Ведь у нас работа есть. Нажимаем на play. Ну и давайте тестить, как у нас работает и как это вообще все будет работать, работает ли вообще. Так, у нас появилась новая команда, это рабочие, и такого цвета hot pink. Давайте посмотрим. У нас, допустим, red. Мы хотим на red. У нас мы умираем, падаем, ну, падаем. Возрождаемся. У нас уже видно, что Red Teams. Уже видно. Допустим, заходим в работы. Рабочие. Нажимаем. Мы переключаемся на рабочие. И спаемся тут вот. Кстати. Ладно. Пожалуйста, спасибо за просмотр. Пожалуйста, поставьте лайк.